Окей, тут такое эхо. Традиционное видео конца года, в котором я делаю какой-то кавер и кучу видосов с этого года, преобразовалось в такую странную штуку в этом году. В общем, песня новая и моя, а видео будет минимально, потому что вы должны увидеть, как я пою. Я буду сидеть здесь, на кухне. Можно еще сюда слова? Да, Катя, конечно, можно. Я сделаю. Фу, нельзя быть настолько неуверенным в себе. Катя. Окей. Ты не будешь центром вселенной, не напишешь ты песню года, не пройдешься ночью над сеной, за тобой не последует мода, не напишут стихов про тебя, твоих слов не услышит планета. Только надо спросить тебе себя, неужели ты хочешь все это? Дайте мне море тепло и пляж из песка, или простора горного, или просто леска. Дайте мне небо синего и ледяных рек, Азию, море и небо, и чтоб выпал снег, и чтоб выпал снег. Дадут два Оскара, не отправят тебя на Луну. Не решишь ты конфликта жесткого и не возглавишь страну. Не откроешь Америку или медь, не придумаешь средства от смерти. Чемпионом не станешь, но все же ответ, нужны ли все подвиги эти? Дайте мне море теплого и пляж из песка, или простора горного, или просто леска. Дайте мне небо синего и ледяных рек, Азию, море, тенья, и чтоб выпал снег, и чтоб выпал снег. Правильный конец, ну ладно, пойдет. В общем, да, с Новым годом, наступающим всех и Рождеством. И я не знаю, это просто такая маленькая, бесполезная и бессмысленная песня. Но она очень понравилась моему папе. Папа, спасибо. Только поэтому она не умерла и преобразилась в этом видео, преобразилась в своем новом обличье. С красивым видео, с красивыми видео, которые я наснимала в течение года. Ну, не то чтобы супер красивыми, я точно знаю, я не фотограф, но, тем не менее, для меня это так красиво. Я просто люблю мир. Вот. В общем, надо ли объяснять? Почему ты все время думаешь, что тебе нужно объяснять свои песни? Ну, наверное, потому что у меня неуверенность в себе проявляется таким образом, что я думаю, что то, что я делаю, совсем бесполезно. Да, я понимаю тебя и совершенно согласна. Так что смысл в том, что статистически большинству людей не стать космонавтами и режиссерами и музыкантами, как мы этого хотим. Но это абсолютно не мешает нам быть счастливыми и наслаждаться жизнью каждый день. И можно делать всякие непрофессиональные проекты, как я. Я музыкант? Нет. Но я пишу песни! Ладно, нет, я музыкант, который... человек, который просто пишет песни. You know?
Я не музыкант, я просто человек, который пишет песни. Человек, который пишет песни, не равно музыкант. О май гад, о чем ты это рассказываешь? С Новым годом! С Новым годом! С новым, с новым, с новым, с новым, с новым, с новым, с новым годом! Okay.